Смотрите, какая красота вокруг. Сегодня совсем не холодно, примерно минус 9. Легкий снег идет. Ветер только где-то вот на открытых площадках и вот по верхушкам деревьев качает их. И я катаюсь. 2 киловатта это прям, ну, вообще офигенно. Огромная резина 4,8 дюйма, Швальба. Она слегка перекачана и дает хороший накат. И меня бросает. Я еду по колее. Там снизу достаточно скользко. Вот. И как только я попадаю на какой-то лед, меня заносит, но удается все равно вырулить. И такое ощущение адреналина вообще по кайфу. То есть я уже вот, наверное, часа полтора катаюсь по такому сказочному лесу. И все меня устраивает. Мотор абсолютно бесшумный, потому что синусный контроллер. То есть вообще ничего не слышно, кроме звука задней трещотки. Но опять же, у меня колоночка висит, такая маленькая. И я включаю себе музыку и просто тихо катаюсь. То есть никакого тарахтения мотора. Вообще ничего не мешает мне ехать, наслаждаться вот этим лесом. Очень тоненькие перчаточки, вообще вот такие вот лыжные перчаточки. Руки совершенно не мерзнут, потому что вот такие вот гигантские у меня грибсовицы на руле. Вот, все меня устраивает вообще абсолютно. Может быть, конечно, хотелось бы колеса поменьше, потому что 26-е они настолько огромные, что ты реально летишь и очень тяжело управлять. С другой стороны, какая-то определенная физическая нагрузка присутствует, и ноги устают, потому что постоянно пристаешь на ногах, и руки, потому что рулить такой огромной мощной махиной на большой скорости постоянно, вот, в течение там полутора-двух часов достаточно тяжело. Подсидел, зашел, прям вообще зашел, все очень хорошо. Не знаю, насколько он прослужит, но пока вот он работает, очень хорошо пружинит. Сидушка широкая тоже такая на пружинках. То есть полностью комфортно мне ехать именно на таком подсиделе. Ну, для обычного велосипеда он тяжеловат, он килограмма 2, наверное, весит. Вот, сейчас я буду тестировать. Уже около сотни я на нем проехал километров. Сейчас попробую другой поставить. У меня есть второй, другая модель совершенно подсидела. Аккумулятор литий-железофосфатный, хватает примерно его на 2 часа или примерно на 30 километров. Вот, потом 2 часа, в принципе, достаточно. Потому что руки, ноги начинают замерзать. Я хоть в штанах сноубордических, но все равно вот ботинки, пальцы, кончики пальцев на ногах замерзают. Поэтому, к сожалению, долго ехать не получается. Вот, поэтому 2 часов вполне достаточно. И за 2 часа 30 километров, примерно 15 километров в час. То есть там 5 километров доехать до леса, 5 километров обратно. И вот по лесу покататься часа полтора. Смотрите, какая красота. В общем, не буду я вас отвлекать от ваших дел. Поеду, покатаюсь еще немножечко.